Мы продолжаем цикл наших информационно-познавательных видеообзоров «Петровские достопримечательности». И сегодня мы поговорим о памятниках, которые находятся в городе Санкт-Петербурге. Скульптурная композиция «Царская прогулка» создана художником Михаилом Шемякиным. Посвящена скульптура пребыванию Петра I в Стрельне. Композиция открыта 28 мая 2003 года, в дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Основой композиции стал памятник Петру I в Лондоне, созданный Шемякиным и открытый в 2001 году. Интересный факт. Сам Шемякин как-то признался, что в этой композиции впервые представлена скульптура Екатерины Алексеевны. Изображение ее лица основано на прижизненных портретах. Прогуливаясь по Невскому проспекту, вы много раз проходили мимо, а может быть и вовсе не замечали барельеф-бюст над входом в дом номер 26. А ведь это тоже памятник Петру Великому. Барельеф установлен на здании 1874 года постройки всего 27 лет назад. Погрудный портрет Петра I, выполненный в технике гальванопластики, установлен в 1995 году над входом в Банк Петровский по заказу руководства банка. Сейчас в здании располагаются офисы нескольких банков, а также старейший нотный магазин в Петербурге. Интересный факт. Барельеф-бюст над входом в дом 26 является единственным памятником Петру I на Невском проспекте. Скульптура царя с малолетним королем Франции на руках была показана скульптором Леопольдом Бернштамом на Парижской выставке в 1900 году. По заказу Николая II ее бронзовая отливка в 1902 была установлена на постамент недалеко от купеческой гавани Петергофа. В 1920-е годы памятник был перенесен на площадку перед каскадом «Шахматная гора», а в годы войны уничтожен. Восстановлен полностью к 300-летию города Петергофа в 21 году. Установлен в западной части Нижнего парка вблизи дворца Марли. Интересный факт. Моделирование для отливки в бронзе проводилось по старым фотографиям и сохранившейся подлинной авторской гипсовой модели. Открытие памятника Петру I у домика на набережной Невы состоялось 30 августа 1875 года, в год 150-летия со дня смерти императора. Бронзовый бюст высотой всего 70 сантиметров. Для сооружения памятника была сделана бронзовая отливка по модели мраморного бюста, созданного в 1760-е годы скульптором Никола Желе. Модель, в свою очередь, является упрощенной репликой известного парадного бюста Петра, выполненного в 1723 году Карла Растрелли. Интересный факт. Расходы по изготовлению бюста и его ограды, составившие 28 тысяч рублей, взял на себя известный лесопромышленник и меценат Илья Громов.